Всем привет! Пришлось письмо с интернета аукциона Мешок с Москвы. Раньше брал часто у этого продавца, в последнее время что-то не очень много беру, но иногда бывает. Здесь у меня в основном жетоны монетного двора. И, по-моему, $1 Америки. Так, это все запечатано. Так, в печатках неудобно. Заклеено все скотчем. Распакуешь, 100 лет пройдет. Вроде не хочется повредить блистер. Доставка, в принципе, у продавца стандартная. Там, по-моему, 180 рублей заплатил. С Москвы до Питера. Жетон, памятный жетон. 300 лет прокуратуре России. Классно, все цело вроде. Здорово. Прокуратура, по-моему, рублей за 500 было. Это у нас памятный жетон, госзнак. Служим отчизне, служим закону. Это у нас 200 лет МВД. Это жетоны. В принципе, стандартная цена. От 500 до где-то, наверное, самый большой, 800 рублей смеш, по-моему, был. Распакуем. Это же памятный жетон с днем чекиста. Это у нас 21 год. И также памятный жетон, смерч, чужой своим не станет. Также госзнак Москва. И $1. Американские инновации. Все, что-то в скотче все. Ай, все прибегло. Доллар за 190 рублей был. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь, задавайте вопросы, по возможности отвечу. Ссылку на продавца оставлю. Пока-пока.